тоже, говорит, там премия за сбитые беспилотники. Да, танки, да, все, вот, да. Ну, говорит, ну сбил я, говорит, беспилотник. И что, где мои, говорит, деньги? Они получили, и все это командир у них забрал. Потому что машину ремонтировать надо. Да, ну, я... У них без конца она ломается. Так что они этой премии вообще не видели. Так, а тут мы сейчас простоим. А что ж такое? Да, что вот это ж перед Новым годом вот это такое. Ну вчера еще хуже было. 27-й, да? Это самый тяжелый день в году. А что, поросята не пропускают, все равно стоят. Ну, воспитание такое. Ну, вот в Москве с этим делом намного проще. Ну пропустите, ну. Да, как бы это сам. Все равно же стоите. В Москве как-то народ с этим, в этом плане попроще. Ага, действительно, движняк крутой. Ты глянешь, куда тянется. Вообще. Так, теперь тут еще проблема стать где-то. Давай, может, чуть дальше там, нет? Да, ну, сейчас посмотрим. Надо было сюда остановиться. Что-то не вижу еще. Рано, наверное, да? Без 15. А вот сейчас увидите. Сюда залезем. И вот уже. Это слава богу. Я вчера сюда заеду, так до конца проеду и назад выезжаю. И слава богу, раз заехал, выезжаю с руки, взял пассажира, уехал. Второй раз приехал сюда с такой же ерундой. Проехал до конца, там еле развернулся. Да сиди еще ж рано. Да, или, сейчас или я хочу позвонить. Позвони, ей. Конечно. И тоже это... При ЛНР и на Логин разговаривали.